Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сентябрь – время не только сбора урожая и подготовки огорода к холодам, но также в сентябре с успехом можно сажать некоторые культуры. Начнем мы с китайской капусты. Она пригодна для высадки в сентябре в более южных районах. Хорошо растет при температуре плюс 14, плюс 18 градусов. Если будет жарче, она уже будет увядать. Сажайте руккулу, кресс-салат, горчицу салатную. Многие садоводы сажают редис в начале сентября. Это идеальная погода для него. Также сентябрь – отличное время для посадки клубники, причем это делать лучше осенью, чем весной. В этом случае первый урожай будет на следующий год 100%. А вот самые популярные посадки – это озимый лук и чеснок. Посадка ведется в сентябре-октябре в зависимости от региона. Верный показатель, когда температура днем не повышается выше плюс 7 градусов. Также можно посадить кустарники – малину, крыжовник и смородину. Если посадить их осенью, то они пустятся в рост гораздо быстрее, чем посаженные весной. Также можно посадить плодовые деревья – яблоню, грушу, сливу и вишню. Еще в этом месяце ведется посадка тюльпанов, лилий и других луковичных цветов. Их традиционно высаживают по осени. Процедуру нужно производить тогда, когда температура почвы опустится до плюс 10 градусов. Ну и наконец сидераты. Сейте сидераты на освободившейся после овощей земле. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!